Ракутагин, а помнишь, когда еще не было РМок, создавали комнату на 16 человек и отлично проводили свое время? Да, проводили, сука, не пересказать такие вещи. А помнишь, какая активность тогда в кланах была? Блин, тут ты прав, Кэп. Какие там первые лиги, сейчас вообще никому не надо, короче, ничего. Да-да, блин, вообще первых лиг не было. Сука, все за рейтинг бились. Честь клана. Клан — это, сука, вторая семья была. Ты чё, это мой клан, бля, мы самые сильные. Чуть какие там непонятки на пабликах, сразу КВ или засал. Вообще такая движуха была, сука, весь сок Warface был. Да. Аж повторить захотелось. Забытый формат или вся прелесть игры 8 на 8. Кстати, карта, где ты сделал мозголом, на самом, в скобках, элитном клане на всех трех серверах. Было такое, не отрицаю. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и Капитан Очевидность, а также Type 97. Моя, наверное, все-таки до сих пор любимая штурмовая винтовка. Ух, сука, хитрый. Итак, да, именно на этой карте когда-то я сделал мозголом на самом элитном клане всех трех серверов. Был когда-то такой клан, им там платили зарплату за то, что они много играют. Вот так. Без шуток. Первая, по-моему, десятка игроков получала зарплату, там, 10-15 тысяч рублей. Я не знаю, кем работал глава этого клана, но я не знаю, ну, я думаю, что у него дома просто кран стоял от Газпрома, типа такого чё-то. Короче, бабок он в игру бухивал, вот так, деточка, очень немало. И, конечно же, его клан всегда был в тройке на каждом сервере. Однако... Иди сюда, мой сладкий! Нам удалось обезвредить да. бомбу. Раунд поднагнуло. Защитите тот клан до сих пор, кстати, существует, но, как я понял, глава раунд уже начался. Не интересуется особо Warface'ом, по-моему, в него не играет, а потому в элитной лиге они уже, по-моему, почти не появляются. Или не часто. Что-то особо их не видно. Мне кажется, клан как таковой почти перестал существовать. Но дело не в этом, а дело в том, что сегодня мы играем 8 на 8. Давно забытый, но оттого не менее прекрасный формат. Раньше это были КВшки. И вы знаете, как ни странно, что-то в этом было. Весь этот сумбур. С одной стороны, это плохо, потому что игра была такая, знаете... непредсказуемо. Ну что за хрень? Стреляй в голову уже. Ща будет голову, как не переживай. С одной стороны, игра была непредсказуемая, а с другой стороны, был в этом какой-то кайф, потому что в некоторых катках было очень много драйва. Как будто играешь не подрыв, а играешь мясорубку или командный бой, мозголомы, вышибатели. Было очень сочно. Да. По идее, он должен быть здесь. Но что-то я его здесь не вижу. Где он есть? Ну какие-то противники, сука, вообще как шпионы. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Я не могу понять их логику. Как они бегают? Хрен с тобой. Давай лучше отличненький анекдот. Да, давай лучше отличненький анекдот. Отличненький анекдот. Берримор, скажите, а что это за жуткий вой? О, сэр, это собака Баскервилей. Ее уже 20-й раз на день выводят на прогулку. Ха-ха-ха, да! Анекдотик-то такой! Злободневный, деточка. Так, явно вода будет. А если будет вода, надо бы ее принять. Вот только одному я... Что-то мне не очень хочется это делать. Как-то это слишком жопоболь. О, так, пропустим. Да как не попал-то? Ну правда, что такое сегодня? Почему на хедшот так не везет? Стой! Ах,
сука. Ну-ка, давай, не подведи. Headshot. Headshot, baby, you get owned, деточка, ну, да? Ну, наконец-то. Да. С почином тебя. Благодарю, дружище, благодарю тебя. Получилось, все. Если один хедшот поставил, ща пойдет успех. У меня всегда так получается. Главное первый хедшот поставить. Если поставил, потом уже как по маслу, должно идти. Так, вижу, сладенький, сука. Они как-то, понимаете, вот эти бойцы, в отличие от бойцов РМа или там КВ, они двигаются. Поактивнее да. Надо, а то фрагов ты так и не дождешься. Да, надо. Они просто непредсказуемые. То есть ты слышишь, где-то выстрелы идут, бежишь туда, там, сука, никого нету. Как так-то вообще? Видишь чувака? Он бежит по таким траекториям, что ты бы мог попасть к капитана Динго, но в него не попадешь. Потому что он вообще какой-то, понимаете, вот... Бля, нашего нагнул. Куда ты один пошел-то? С тобой никто не идет, дядя. Хотя, в принципе, на бомбу здесь насрать. Здесь матч взрывом объекта почти никогда не заканчивается. Тут в основном всех убивает. А что на дэшке творится? Если хотите, сниму для вас. Вообще веселуха. Так, где-то вот тут на мусоре должны быть ребята. Это и есть твое поактивнее, да? Да. Ладно. Я не могу понять. Только что вроде были на мусоре. Там убивали. Теперь их здесь нет. Куда они делись? Как они вообще играют? Что за логика? Мне непонятно ни передвижения. То есть я вижу радар, я вижу выстрелы, я вижу перестрелки, я подбегаю, там никого. Я в ахуе? Да. А как это по-другому назвать? Ты жесть какая. Кешка, с твоими тактиками только в шахматы играть, понял? Иди в задницу. Между прочим, шутер, подрыв, это те же шахматы. Тут думать надо. Это классика, бля, это знать надо. Рассказываешь мне тоже. Шутер и те же шахматы. А вот если бы ты в StarCraft играл, ты бы вообще охренел. Там реально как в шахматах. Там такие действия. А я играл когда-то в StarCraft, причем хорошо очень играл. Для шуток, да. Я играл на корейском ВЦГ сервере на уровне Чоба. Это хорошо очень. Лучше только Госу. Но Госу я не был, я был Чоба, признаю. Ну, нормально. Так. Так, все, ну теперь-то по-любому должно, сука, получиться. Вот она, движуха вся идет. Куда ты убежал? Ну подожди. Подожди, брат. Я хочу тебе хочу, задолбал ты. Будь человеком. Да только что тут три точки, по-моему, было. Где они все? А ну иди сюда. Хедшот, детка. Даблкил, деточка, третий. Третий точно был. Я помню, здесь был третий. Прям три точки вроде было, да? Ладно, ставить бомбу? Лучше да. Ты ничего не придумал. А это отличная идея. Я сейчас поставлю бомбу, они сюда прибегут, вот увидишь. Бомба установлена. Пока бомбу не поставишь, они так и будут где-то на краю карты где-нибудь сидеть. А мне это не надо, я хочу, чтобы они мы здесь были. Раунд. Бля, ну, сука, вообще какие-то неуспехи, я не знаю, как так-то? Ракутаги, ну я тебя очень прошу, давай хоть в этом раунде найди нормальное количество противников. Бля, куда бежать, вот в чем вопрос. Ладно, я просто, сука, побегу, куда глаза глядят. Гляди и получится. У них нет логики, у меня не будет. Все, так справедливо. Так, никого. Никого, ладно, все. Я бегу на трактор, мне насрать. Я бегу, сука, на трактор. Он где-то здесь должен быть. Хедшот, детка. Еще давай. Понял, бегу на колонны сюда. Бля, ну почему ж я в них не попадаю? Есть еще один, есть. Рамбишечки мои сладенькие. Минус три, детка. Я хочу эйс. А не, эйс уже не получится. Excellent, детка. Получится только минус 5 максимум, да? Потому что всех уже убили, да. Ну ничего. Ничего. Сейчас он придет. Я его вынуждаю, сука, к этому. Давай, вот так вот. Есть кто? Никого нету. Игоряша. О, Игоряша нагнула. Такой идет, короче, снайпер, идущий в прицеле пешочком. Знаешь, так медленно. Тук-тук-тук-тук-тук. Красавчик, чё? Так. Еа, есть, есть. Ага, вижу. Ладно. Сейчас посмотрим. Надо послушать. Бля, ничего не слышно.
А, он на контейнерах получается. Ну все, брат, извини, ты просрал. Сочно. Ну, красавчик, Ракутагин. Благодарю вас. Сразу видно. Еще помнишь, что такое 8 на 8? Ой, Кэп, вот это не на 8 на 8. На паблике как-то оно... как-то не так. Тут один из 10 действительно как-то попадаются бойцы. Я не знаю почему, но вот подрыв паблика — это самое, наверное, такое вот лубовитое, что есть в Warface. Именно паблик, вот 8 на 8. Хотя бывают сильные противники, не без этого. В любом случае, во всяком случае, здесь много нагиба. Больше движухи, нежели на том же РМ. Так что время от времени буду для вас сыграть. Я надеюсь, что вы вспомнили, кто застал те времена, когда клан был не пустым звуком. Когда клан — это была гордость. И если ты состоял в клане, ты всегда об этом помнил и всегда старался качественно нагибать. Да. В любом случае, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно, без этого просто никуда. Берегите своих собак, берегите себя, сидите дома. Не надо фигней заниматься, ребята. Просто вот, задавайте Warface, например. Да. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся с вами.